Я Татьяна с группы К-11-9. Я решила не своеобразно поставить свою визитную карточку, а просто поздравить этот день. Я захотела поздравить всех Татьяну, в первую очередь всех студентов, чтобы они хорошо учились. Для этого я приготовила небольшое стихотворение. Татьянин день не просто праздник, он для меня всех дней светлей. Имен на свете много разных, но именных немного дней. И среди них найдут земляне, не знаю, как в мирах иных. Всего один такой, Татьянин, что мне милее всех остальных. А потому что всех дней заветный, душа излить любовь спешит. Не всем, а личности конкретной, тебе, Татьяна, свет души. И поэтическое слово летит из уст само собой. И сердце выпрыгнуть готово, и в пляс пустить перед тобой. Всех с праздником! Визитная карточка конкурсантки под номером 6. Я студентка группы И-31-9. Дальше обо мне расскажет моя презентация. Всех с праздником, спасибо за внимание.